Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mazda 6. Итак, крыло с бампером заменим, заднюю панель тоже будем менять. Разбираю. Машина разобрана, и первым делом я вытягиваю заднюю панель. Заднюю панель вытянул, зазоры в норме. Теперь могу приступить к ее замене. У меня есть новая задняя панель, а поврежденную я удаляю. Итак, задняя панель удалена. Готовлюсь к сварочным работам. Проверяю лонжерон и крылья по высоте. Устанавливаю заднюю панель и привариваю. Ну что, задняя панель приварена, швы замазаны, задние фонари установлены, зазоры все хорошие. Заднюю часть я закончил. Приступаю к замене переднего крыла. Переднее крыло установлено, зазоры проверены, и на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску.
Итак, машина прибыла с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт этого автомобиля закончен. На ремонт ушло 7 дней, 3 дня работа с металлом, 4 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!